Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Минуточку внимания, хочу посоветовать вам свой бизнес. Мой бизнес — это аптека в городе Южный. Находится он возле башни Останкино, а также рядом возле СТО Южного. Найти мой бизнес можно через GPS, 6 раздел, листайте в самый низ, и вот мой бизнес, 41. В моем бизнесе вы можете купить аптечки, маски и разные лекарства, и не только. Если вы любитель сходить на ВЧ, либо патрулить полицейских, то вам именно ко мне. Вход, конечно же, бесплатный, заходите и закупайтесь. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гей, мы сегодня у нас будут новые новости по модпаку Амазинга. Итак, появились новые новости, повторюсь, ссылка на группу модпакера и на канал модпакера будет в описании, потому что... Это лучше вам, потому что вы можете помочь в развитии и разработке модпака. Можете писать свои идеи, и модпакер с радостью к ним прислушается. И если сможет сделать, то обязательно он это сделает. Так что заходите в группу, повторюсь, все ссылки будут в описании. Я сам активно слежу за этой группой и постоянно все смотрю здесь, чекаю и так далее. Также на канале его есть презентации 3. Можете тоже зайти посмотреть, кто не видел, я уже давно снимал про это все, но вот новая информация появилась, я решил записать видосик. Он будет не длинный, но зато полезный. Итак, идет разработка. Смотрите, давайте начнем по порядку с новых новостей. Люди просили винилы на BMW M5 и 60. Думаю, вы тоже просили, я тоже очень просил и скидывал даже... Я вам сейчас покажу, я скидывал даже... Какие можно винилы поставить, сейчас я вам это продемонстрирую. Где-то выше это все было. Сейчас. Вот здесь это все было. Сейчас я вам покажу, какие я скидывал варианты. Именно вот, я скидывал варианты, вот такие вот интересные варианты, какие можно добавить винилы. И вы также можете писать ему, и тоже может он что-то добавит, какие-то винилы на некоторые машины. Винилы можно добавить на машины, но не все, потому что он может добавить машины, в которых есть тюнинг, там, Элегия, например, там, и так далее. Вот такие только модельки, на которые в GTA San Andreas есть винилы, на такие он сможет их поставить. Вот, я скидывал разные такие варианты, если что, можете тоже посмотреть. Много вариантов я скинул, чтобы он добавил, но, к сожалению, как он написал, давайте я сейчас вам покажу. Вот, но, увы, GTA Клан-серия не позволит поставить винилы на бэху, поэтому на ней нет винилов, потому что она не красится, она в стандарте, в стандартной криминальной России не красится, это Легия красится там и еще некоторые машины, а вот наша любимая бэшечка не красится, к сожалению. Так, идем дальше. Нашел модпак, версию домик в деревне, вам залить. Но, к сожалению, это не домик в деревне, хотя, видите, вы тоже все проголосовали, я бы с радостью тоже посмотрел этот модпак, но... Мне тут сказали, что я ошибся. Модпак 2016 года. Так, это видос отмонтировался, ничего страшного. Обращайте внимание. Вот, модпак, кстати, есть старый, пацаны. Старый модпак 2016 года. Это получается там, где есть BMW F10 и так далее. Ну, то есть не самый первый модпак, не домик деревни, а какой после этого шел, вы можете тоже скачать его и поиграть на нем. Вспомнить, так сказать, былые времена, молодость, потому что модпаки все утеряны, в основном старые. А вот 2016 года модпак есть, поэтому можете, в принципе, скачивать. Вот, ссылочка еще есть. Все здесь есть. Так, всех с праздником. Ну да, был праздник, в принципе. Это все понятно. Занимаюсь переделкой оптики. На всех автомобилях новостей то пока особых и нет. В скором времени еще будет новая номерная рамка на автомобиле. Подсветкой. Ну, это тоже очень круто. Подробно сейчас мы картинки все рассмотрим. Не переживайте. Рабочий день на сегодня окончен. Вот он написал. И вот такая вот картиночка. Это он оптику сделал на Nissan GT-R R35. Я так понял. Давайте, пацаны, поддержим чувака. Я с ним, кстати, в Дискорде сидел, но я ему не говорил, что, типа, это я людей позвал, типа, в группу и так далее. Я ему этого не говорил. Он об этом, наверное, даже не знает. Вот эти новые картинки тоже, это, я не помню, как они, тигры называются или не знаю как. Ну, короче, пацаны, вся инфа есть в группе, заходите, повторюсь, ссылки все будут в описании.
Подписывайтесь на группу, чтобы быть в курсе всех новостей модпака и так далее. Но теперь давайте подробно посмотрим картинки. Так, вот картинки, короче. Я не знаю, как эти машины называются. Давайте подробно их посмотрим. Вот эти тачки будут, я так понимаю, вместо УАЗиков на ВЧ. Но Бэха останется, видите, Бэха вон стоит. Ну, модпак еще не полностью готов. Его делает данный человек, как модпакер. Его вроде зовут Данил или... Что-то типа такого. Я, короче, не помню, как его зовут. Ладно, я не углублялся в это, короче. Вот такие вот машинки. Ну, как по мне, очень даже классные. Вместо УАЗиков, думаю, в сам раз будет. Но если это американские машины, то это не очень впишется в... Ну, так сказать, это же криминальная Россия, здесь должны быть более русские машины. Если это русская машина, скорее всего, она так и есть, что это русская машина, какая-то русская разработка, то будет очень даже круто смотреться, как по мне. Прям шикарно, я думаю, будет смотреться. Так, идем дальше. Это оптику он сделал на Nissan GT-R. Ну, вроде оптика похожа даже. Если бы они еще светились как колечки, знаете, как на настоящем GT-R, то было бы еще круче намного. Поэтому... Как-то так. Идем дальше. Моя любимая просто картиночка. BMW M560. Видите, он все-таки сделал диски, какие я очень просил. Вот эти стандартные диски. Очень классные просто. Я бы хотел, чтобы он мне дал эту модельку, покататься на ней. Я бы установил себе бы ее с радостью. Видите, она еще без номеров даже. BMW M560. Вот эти диски очень до, согласитесь. Какие диски сейчас, это полная херня на самом деле. Вот стандартные диски, вот эти стандартные диски, вот они идут сразу с салона на бэхе, понимаете? И они очень круто смотрятся, и я очень хотел, чтобы их добавили, и он их сделал все-таки на BMW, видите? Они стандартные такие. Это очень круто, это реально очень круто. Вот видите, как он делал оптику, в принципе, смотрел там и так далее. А, это материалы, видите, как делаются фары, пацаны? Чувак, видите, сам все с нуля делает, поэтому надо там писать, что он ворует все у Радмира и так далее. Чувак сам делает, старается, поэтому не нужно так писать. Я думаю, ему довольно-таки неприятно, что его обвиняют в том, что он ворует модельки и так далее. Видите, он сам оптику делает, сам ее переделывает. Вот диски, видите, сделал на бэху. Тоже очень круто. Ну что ж, на этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. Вот такой был информативный видосик. Всем пока-пока.